Подготовка к теплой зиме. В областном центре продолжается ремонт магистральных тепловых сетей. В планах у компании «Т-Плюс» заменить этим летом порядка 3 километров трубопроводов в Иванове. На эти цели выделено 170 миллионов рублей. На сегодняшний день больше половины запланированных работ выполнено. В активной фазе сейчас реконструкция 3 объектов – на Кухомском шоссе, а также на улицах Бубнова и Панина. На Бубнова основные работы завершены, ведется обратная засыпка. Следующий этап – восстановление асфальтового покрытия. На улице Панина производят замену канала и труб. Мы меняем трубы голые, так сказать, на трубы предизолированные с ППУ изоляцией. Их срок службы намного превышает срок службы старых труб. Следующий этап реконструкции здесь – переход через улицу Куконковых. Новые коммуникации прослужат до 50 лет. Новшество этого года – при замене жители близлежащих домов практически не испытывают неудобств. Сказывается это на очень короткий срок. Мы отключаем участки где-то в пределах суток и локализуем эти участки, устанавливаем проглушки и тем самым минимизируем срок отключения потребителей. Отставания от графика нет, даже несмотря на погодные условия, которые, мягко говоря, неблагоприятствуют реконструкции. Все работы на тепловых магистральных сетях будут завершены до осени. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.